Перед вами осколок метеорита весом в 127 килограммов. Он упал в декабре прошлого года в Азербайджане, в Ярдымлинском районе. Азербайджанский академик Мирали Кашкай сообщил. Метеорит – единственный материал, попадающий на поверхность Земли из космического пространства. В современных условиях освоения космического пространства человеком изучение Ярдымлинского метеорита приобретает чрезвычайно важное значение. Предварительные исследования показали, что в составе Ярдымлинского метеорита содержится свыше 92% железа, несколько процентов никеля и некоторые редкие растительные элементы, встречающиеся в земной коре. Изучение метеорита продолжается.